Лидерство можно объяснить через призму того, каким образом руководитель, лидер принимает решения во время приглашения на работу или в команду нового человека. Кто-то считает, что нужно и возможно приглашать человека не совсем готового, знающего на должном уровне или обладающего определенным умением, на месте воспитаем, может быть, заточим под нашу корпоративную культуру. И здесь, в общем-то, человек созреет и будет отображать определенные характеристики, особенности нашей организации, команды. Другие приглашают на работу профессионала, полагая, что нет времени кого-либо обучать. Нам нужен человек, который может практически с завтрашнего дня что-то уже сделать и принести положительный вклад в нашу команду. Если в команду, в организацию принимаются люди на перспективы, это означает, что лидерство идет на такой шаг, чтобы создать оптимальные условия для того, чтобы постепенно обучить человеку и в какой-то мере привить ему те ценности, которые существуют в команде или в организации. Это всегда затраты времени, это всегда затраты финансов, и это требует выстроения определенной системы. Очень часто это не срабатывает, потому что хочется достичь быстрых результатов, не всегда хватает терпения. Но если это получается и удается воспитать человека, и в действительности вырастает уже в лоне новой организации, новой команды, ну, такой мощный руководитель, лидер, профессионал, тогда нужно создавать условия для того, чтобы его удержать. Очень часто здесь тоже возникают определенные сложности. Кто-то избирает для себя вот такую философию. Мы приглашаем людей, еще не совсем готовых, мы их воспитываем. Ну, вот в какой-то мере создается некий такой инкубатор создания лидеров, профессионалов в нашей собственной среде. С другой стороны, мы имеем дело с таким явлением, когда в команду, в коллектив, в организацию, в предприятие приглашают человека после долгого поиска. Его подбирают в соответствии с определенными потребностями, характеристиками, нуждами организации. И организация не готова пригласить, ну вот, может быть, перспективного человека, а хочет пригласить состоятельного, который, может быть, с завтрашнего дня уже сделает, ну, какие-то изменения внесет. Вот можно было бы представить президента футбольного клуба профессионального, который пригласил на работу опытного тренера, и он не собирается отправлять его на курсы повышения квалификации, там, воспитывать, помогать, но доверяет ему команду и, в общем-то, требует от него результата. Если по окончании сезона или, может быть, в процессе сезона команда не показывает результат, он его увольняет. Является ли такой подход успешным или неуспешным, сложно сказать. Иногда это срабатывает. Для молодых организаций более присуще, в общем-то, подбирать коллектив, который будет расти вместе с этой организацией. Для уже состоявшейся организации и хорошо себя зарекомендовавшей, очень часто они стараются привлечь профессионала. Обычно, если организация очень серьезно относится к вопросу развития лидеров и дорожат организационным брендом своего лидерства, тогда они приглашают вне зависимости, опытный или неопытный человек, но его пропускают через определенный процесс развития, обучения, вот, формирования к тому, чтобы человек мог пропитаться определенными ценностями, стратегиями, подходами лидерства в той или иной организации.